В Индии, уважаемый, еще раз Бессонов, Алексей из Индии, Борисович. Вы знаете, в Индии дикое движение. Вот как они ездят, я, например, сейчас утро, транспорт небольшой поток. Но как они ездят, я не понимаю. Пусть аварий больших дней я не видел, но... Я чуть не попал под машину. Но, в общем-то, ездят они... А море смело, да, к морю? Ну, море туда. Хорошо. Ну, я вот там. Как они ездят, я, откровенно говоря, не очень понимаю, но транспорт, движение дикое, особенно вечером. И никаких правил нет. А светофор я видел вообще один, но в этом просто в качестве экзотики стоит. Вот. Поэтому проблема колоссальной дороги.